Давным-давно город стоял на Руси. Люди говорят, что в городе том двое из ларца все за всех делают. И захотели недруги захватить город тот. Ага. И послали иго свое город тот захватить. Да не учли, что Илюшеньке давно письмо пришло, что враг наступает. Фундекс. Взял, да и заказал он стену высокую, да на своих фундекс, что прямо из реки торчало. Прискакало войско вражеское, уперлось в стену, да и потонуло в реке. Тут и сказки конец, а мораль такова.